Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Недавно я по вашим многочисленным просьбам побывала на блошином рынке ретро, расположенном на территории завода «Кристалл». И сегодня я хочу сделать обзор этого рынка. Он работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 20.00, а в субботу и воскресенье с 10 до 18.00. Продать свои вещи может любой желающий. 300 рублей стоит оборудованное торговое место. Общая площадь блошиного рынка большая, 1000 квадратных метров. Адрес главного корпуса завода «Кристалл», улица Самокатная, дом 4, строение 9. На блошином рынке на «Кристалле». Вход. И первое, что мы видим, это комнаты с полками, расположенными вдоль стен и заполненными антикварной посудой. На этих полках вещи с фиксированной ценой. Например, по 200, 400, 500, 600 рублей, по 1000, по 1500 рублей. Здесь все по 600. Раковина. Вот эти чайнички по 200, и вот это тут. Вот такая шкатулочка. И чашечки. Это все по 800. Чайничек. Пятьсот. Вот это вот, которое у наших девочек есть. У многих курочка такая.
А дорогие игрушки? Ну, дорого. 1500 Берешь? Рублей. Дорогие, конечно, да? Дорого. Там, да? Тут ложечку хрен найдет, да, если захочешь. Весь сервис 1500 Кожелевский. Пожилые ложечки, там идут копаны. Приборы, 400 рублей. Ну, магнитики раз, выбирают, смотрят, лупу начинают рассматривать. И как вы уже успели заметить, основная часть продаваемых здесь вещей из нашего советского прошлого. То, что производилось в СССР или в братских республиках и продавалось затем в наших магазинах. Например, наши любимые вещи из Чехословакии или из ГДР. В этой части, ну, вот такой ассортимент почти 100%. Если сравнивать цены вещей, то они примерно такие же, как в интернете. Например, в знаменитом мешке, где можно купить все и продать. Очень много гжели. Она намного дешевле, чем в магазинах, но не дешевле, чем если вы приедете купить ее напрямую на фабрику. Редкости здесь я не видела. Товары, разумеется, намного проще и неинтереснее, чем на моем любимом блошином рынке на Тишинке. И торговаться здесь нельзя, цены фиксированы. Вот 700 рублей. Вот ступки, мне такая же дома. А вот посмотрите, за 600 рублей. Какие? Что за ступы нету? Ой, такая прелесть. И вот посмотрите, здесь рыбка с рюмочками, с такими, и она зеленого цвета, в отличие от синих, непривычно. И она уже стоит 1500 рублей. Ну, то есть, вот зависит. Видите? А вот это, вот видите, по 1000 рублей вот она. Потому что у нее 6 штук. А вот у этой здесь тоже где-то вот только 4 рюмочки рыбки. И она уже по 600 рублей. О, как интересно. Посмотрите, сколько рогов здесь лежит. А банка какая хорошая для сыпучих. 600 рублей. Отличная банка. Вазочка такая. Ой, дымковская игрушка. Тоже 700 рублей. Вот елочных игрушек очень много. Очень много. И вот ложки-вилки. Эти даже по 50 рублей. Mm.
в других залах продают мебель, и антиквариат здесь хранится или в стеклянных витринах, или на столах посередине зала. Здесь уже более ценные вещи, но цена такая же фиксированная. И здесь цены уже намного выше. Даже гжель в этих залах дороже. Цена зависит от того, какую поставил продавец при продаже. Но самого продавца здесь нет. Даже бусы здесь очень дорогие. К примеру, бусы слоновой кости достигают 3500 рублей. Я прошу у вас извинения за звук. Мы находимся, не забудьте, на территории завода, и вот освещение, такой звук идет, так что извините. А вот я вижу 1000. Ну, это совсем мелкая штука, да. Это за мелкие. Ну, да. 4000 купим. Синие какие красивые. А сколько вот таких синих могут? 7000. Ну, винтарь можно, да, он дорогой сейчас. Очень дорогой. Ой, 12000, вот этот, ну, шикарный. Ой, как он шикарный. Просто удовольствие. Даже смотреть. А вот крошка сколько это? Галтовка. 3500, галтовка. Боже мой. Надо же. Это собачка, девочка. Сейчас посмотрим. 2500. А вот плесунья, которая была у Катюши. Так, сколько она у нас стоит? Тоже стоит 2500. Очень красиво. С фруктами ваза 3000. Колокольчик за 1000. Вот этот сервиз за 6000. Чем? ГДР. Какой сервис красивый. Внизу. Тарелочки такие. Сервис. Вот кофейные какие чашечки красивые. Совсем маленькие. Здесь целая витрина со стеклом. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам было интересно. Вот я по вашим просьбам была на Кристалле. И надеюсь, вам понравилось. Дорогие мои друзья, всего вам самого хорошего. Отличной недели. До новой встречи.